Да ты готовишь, что ли, сама, а? Мам, слушайте, не кажется, что это хамство какое-то? Нет, Полина, хамство – это когда ты съехала в один день, сняла себе квартиру, даже мать родную не позвала на новоселье. Согласен. Полина, да? Очень приятно. Ух ты, вот этот поворот. Парень твой, что ли? И он не знает, как тебя зовут? Ну, меня Саша зовут, это, кстати, мое настоящее имя. Саша, да, мам, ты можешь выйти, пожалуйста? А вас как зовут? А ты не знаешь, как меня зовут? И даже фамилии не знаешь? У вас какая-то проблема всеми с именами? А, я поняла, Саша. Она просто не хочет признаваться, кто она такая. Мама. Это какой-то тупой пранк или... Нет, это никакой не пранк. Меня зовут Полина, Саша, окей? Окей. Саш, можно я поговорю со своей дочерью наедине? Нет, он останется. Ну, я бы остался. Очень познавательно. Я пока очень вежливо...